Далей об спорте. У Раубішах завершился финальный этап республиканских спаборництва у сярод детей и подлетков по биатлоне «Снежный снайпер». У агульнокомандным залику Гомельская область заняла третье место. У скарбонцы нашей команды два сребные и два бронзовые медали. Мацнейшей у агульнокомандным рейтингу стала столичная команда с 12 узнагородами. На другом месте дружина Минской области, у якой 5 медалей. У апошній спаборницький день команда нашего региона завоевала 2 узнагороди у групповых гонках у середней и старейшей узростовых категориях. У середней группе гомельский квартет у составе Уляны Ярмоленко, Уляны Каморниковой, Паула Пилипенки и Серафима Сайко финишовал на третьем месте. Первой стала команда из Минска, другой – сборная Минской области. У старейшей узростовой группе команда Гомельской области завоевала сребра на своей дистанции. Наша дружина у составе Олеси Шавчук, Дар'ї Таварніцької, Дяніса Ярмоленки, Віктора Кулахова пройшла 12 кілометрів за 35 хвилин 18 секунд. Яни відстали від лідера гонки зборної Мінська усього на 43 секунди. Третіми у гэтым узрості стали представники Гродзенської області. У индивидуальных гонках старейшей группы спортсмены из нашей области так само вошли у тройку призеров. Дар'я Таварницкая стала сребрным призером, Денис Ярмоленко завоевал бронзу. Усе удельники «Снежного снайпера» 18 лютого наведают гонку «Легенд», якая станет апошней у спортивной карьеры Дар'ї Домрачевой. А кроме этого, для юных биатлонистов пройдет мастер-класс от «Легенд» сусветного биатлона.